Родители малышей собираются подать в суд на администрацию, сообщает издание «Информполис». Причина – нехватка мест в детских садах. Будущие истцы примерно знают, что власти им ответят в суде, а то, что для их детей нет мест, зато есть очередь. Однако эти факторы не отменяют обязанности местной власти обеспечить ребенка местом в детском саду. Срок, считают родители. А то, что нет свободных мест, это свидетельство их бездействия, утверждают недовольные мамы. Смертность туристов на Байкале остается на прежнем уровне, и это несмотря на то, что туристические группы, отправляющиеся в поход по Байкалу и его окрестностям, стали чаще регистрироваться в Байкальском поисково-спасательном отряде. Как сообщили в МЧС, в этом году уже 8 туристов погибло, а для сравнения с прошлым годом было 6 смертей. Большинство несчастных случаев в 2014 году произошло в Иркутском и Ольхонском районах, сообщает Байкал-Инфо. Сегодня в Бурятию прибыла чудотворная икона Сергия Радонежского. Ее привезли в Улан-Удэ из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Святыня пробудет в Бурятии до конца месяца. До завтрашнего дня икона будет находиться в Ильинском храме в Загорске, затем до 27 августа в Никольском храме возле железнодорожного вокзала. 27 и 28 августа прикоснуться к ней можно будет в Вознесеновском храме. 28 и 29 августа ее ждут в Троицком храме. А завершится путешествие святыни по Бурятии 29-31 августа в Свято-Адигитриевском соборе. К тому же 31 августа в честь 700-летия преподобного Сергия Радонежского пройдет общегородской крестный ход, сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.